21-летняя Олеся Кафельникова с триумфом вернулась в мир моды. Дочь теннисиста Евгения Кафельникова вышла на подиум в Милане на показе Squared 2 Fall Winter 2020. Модель дефилировала в меховой шапке-ушанке и массивной кожаной дубленке. Аутфит она дополнила топом и цепью на талии. Олеся поделилась снимком, на котором она запечатлена на показе в этом образе. Поклонники порадовались за успехи девушки. Одной из первых отозвалась Елена Перминова. «Вперед, девочка!» – обратилась модель к своей юной коллеге. Недавно Олеся заявила, что готовится к свадьбе со своим новым возлюбленным, Кевином Доделанде. Поклонники засыпали ее поздравлениями, но теперь звезда призналась, что пошутила. Уже стало не смешно. «Замуж я не выхожу, но королева пиара уж точно», – написала Кафельникова в Instagram Stories. Недавно Олеся снялась в откровенном наряде из латекса. Поклонники модели обеспокоены ее похудением. Она позировала в металлическом топе на голое тело.